принципе, если говорить об этом проекте «Балдай Дрим», то это дневная вечеринка, на которой объединяется максимальное количество красивых, жизнерадостных, любящих солнце, наполненных смыслами и любовью людей. Все они приходят на это мероприятие для того, чтобы своей энергией обменяться, для того, чтобы получить энергию от музыки, для того, чтобы получить энергию от организаторов, которые вкладывают всю свою душу и всю свою любовь в это мероприятие. И, конечно же, да, у этой вечеринки есть одна еще важная особенность. На ней выступают только те люди, которые выпускают свой материал, свою музыку на этом лейбле. Вот. И они очень щепетильно и очень тщательно относятся к своему комьюнити, вот, к тем людям, которые к ним присоединяются. Они их, ну, как бы сказать, можно сказать, воспитывают, да, они помогают им, поддерживают и следят за их вкусом. Чем прекрасны All Day Dream вечеринки, это тем, что в них особая энергетика. Люди приходят как на праздник, они наряжаются, они все очень красивые, они все клеят стразы. Ты видишь улыбки людей, ты видишь их искренние лица, их искреннюю радость. Собственно, вторым домом стал для нас All Day Dream. Здесь такой некий обмен культурный идет между людьми, между слушателем и между артистом. Здесь очень важно соблюсти баланс, не пойти на поводу у трендов, не заспекулироваться вот в этом всем звучании на самом деле и не стать рабом этой системы, но в то же время оставаться в правильном русле, не разбрызгав богатство твое, да, не растеряв его. Вот. А люди, которые ходят на эти мероприятия, я думаю, что они ценят то, куда они ходят, и через это они ценят и себя. Это единственный дневной проект такого масштаба в мире, с невероятно волшебной и доброй энергетикой. Наконец он пришел в Москву. Мы все поняли, что веселье безгранично и не зависит от времени суток. Также радостно видеть, как москвичи с нетерпением ждут и готовятся к этому событию. И спасибо All Day Dream за то, что он задал такую тенденцию, которая развивается очень стремительно и, конечно же, предлагает совершенно уникальный формат вечеринок. Нереально веселый праздник, просто потому что он немножечко разрывает какие-то традиционные шаблоны, которые сложились у людей в голове. Пиздец должен быть виден, потому что люди приходят красивые, гости приходят в блестках, девушки наряжаются, есть какие-то яркие декорации. И я бы сказал, что это жемчужина современной танцевальной сцены и абсолютно непередаваемая атмосфера праздника.